соревновательная табличка. То есть партизанов, поляков, ну, за какую табличку. После первого этапа вы, соответственно, поймете. Потому что там везде этапы по порядку находятся. Вот она сломала! На каждом этапе вы тратите не более 7 минут. Все запомните. Выполнение этапа последнее место. Две команды не помогут. Две команды. Все понятно. Готовы? На старт. Внимание. Марш.